Добрый день! В данном видео хочу вас познакомить с двумя сортами томатов. Это зеленая тайна личинки. У нас можно купить семена. Вот они. И томат Пальмира. Вот его тоже семена. В видео вы сможете сравнить, какие они. Похожи друг на друга или не похожи. Пальмира оранжевый, зеленая тайна личинки зеленого цвета плоды. Посмотрите на урожайность, на вес плодов, какие сами плоды. И напоминаю, что вы можете у нас купить семена томата. В наличии 250 сортов. Вот я вам показываю то, что мы продаем. Это все семена томатов. Под видео ссылочка на наш каталог и на наш сайт. Переходите, скачивайте каталог. И покупайте семена. Всем спасибо за просмотр. Томат «Зеленая тайна» мистера Граба. Плоды зеленые, округлые. Куст высотой 70-80 сантиметров. Лист картофельный. Вот, еще цветут. Плодоносить будет до заморозков. Этот сорт очень распространен под названием «Тайна зеленой личинки». Чудо-огородники, получив их из-за границы, вот, не смогли перевести его правильно и перевели «Зеленая тайна личинки». Настоящее его название «Зеленая тайна мистера Граба». Давайте посмотрим на вес. 353 грамма. Вот такой помидорчик. Вот его мякоть. Я разрезал плод, и вот мякоть у него зеленая. Очень часто попадаются плоды, где в мякоти присутствуют розовые так прожилки, очень красивые рисунки. Попробую найти такой плод и сделаю отдельное видео. Так, мякоть вот на солнце. Зеленая, очень сочная. Семян, как видите, мало. Если вы любите такие десертные помидоры, сажайте этот сорт. Он не болеет. Очень сладкий. Вообще кислоты в нем нет. Вот пол помидора 180 грамм. Очень крупные. Как для такого низкорослого куста. Он крупный. Цвет, как видите, красивый, такой зелено-медный. Выращивайте такой помидор, не пожалеете. Это томат Пальмира. Кусты 1,40 м. Плоды оранжевые, удлиненные. С носиком. Такие вот красавчики. Как видим. Вот и недозрелые. Первая кисть. Уже созрели, осыпаются. Такое вот чудо томат. Сзади Пальмира чио-чио сам розовый выглядывает. Вдали Red Alert. Здесь бычье сердце уже собрали. Давайте
поближе. Ставим мякоть. Мякоть оранжевого цвета. Плод двухкамерный. Сладкий. Вес 87 грамм, 62 до 100 грамм. Такая вот сливочка. С вот такой вот мякотью. Можно консервировать. Плоды плотные, очень плотные. Храниться могут до месяца. Плодоносит до заморозков. Всем рекомендую этот сорт.